Возобновить работы по подъему памятника Александру II со дна водоема в селе Васильевское планируется через 2 недели. Сейчас пруд практически полностью затоплен талыми водами с полей, и производить работы не представляется возможным. В ближайших планах у РГО исследование сотен кубометров сапропеля, который поднят со дна водоема. Не исключено, что там будут обнаружены интересные находки. Что касается памятника императору, то специалисты близки к цели. Уже обследован участок площадью 90 на 60 метров и глубиной 3 метра. До тех вешек, где мы предполагаем, что, может быть, что-то найдется, остается порядка 18-20 метров. Я думаю, что если все-таки погода нам позволит и быстро сойдут воды, то мы эту работу возобновим через пару недель. Но если этого не произойдет, и мы не сможем сдержать поток, потому что поток настолько мощный, что никакие насосы не справляются, то придется, видимо, поставить многоточие. И к этому вопросу мы будем возвращаться либо в летний-осенний период времени, либо позже.